Всем привет! С вами снова я, Леденев Илья. И у меня опять обзор. Только сегодня, вот вчера мне купили Ладу Ларгу. Во-первых, поздравляйте меня! У меня за четверть вышли пятерки и четверки. Ни одной тройки. Ну давайте покажу вам подарок. Я уже его посмотрел, распаковал. Ну опять запаковал. Это автотайм. Так, давайте начнем обзор. Начинаем. Здесь написано Автотайм Russian Series Lada Large. Как она выглядит, Автотайм еще раз. Вот вся коллекция. Здесь у нас есть 2104 Lada, 2106, 2108, 115, Нива, Lada 111, Lada 110, Lada Калина, Lada Гранта, Lada Приора, Lada Largus. Старая Волга, Чайка, новая Волга, Газель, УАЗ, обычный УАЗ, тоже обычный УАЗ Хантер, УАЗ Патриот и Пазик. Такая большая Russian Series. Давайте откроем такую красивую упаковочку. Так, и здесь у нас вот как обычно. Вот так открываем. Коробочку убираем и вот эту белую штучку. Вот. Вот она наша Ларгус. Давайте начнем спереди. Спереди она выглядит потрясающе. Здесь у нас написано такси. Кстати, стоила она 420 рублей. Так. Вот так она выглядит. Вот так. Это у нас универсал. Или как его там называют. Я не помню название. Да, универсал. Да, джип, у меня был Шевроле Тахоя, и на него тоже сейчас будет обзор. Ну, короче, вот так, сверху вот, сзади вот. Двери нет, дверь открывается только передние. Видите, там хорошо. У нее инерционный механизм. Ну и, впрочем, все. Это все, что я хотела сегодня рассказать.